Здравствуйте, я Хилари Уокер. Мы с моим мужем Дэриком, пастора Библейской церкви в Оксфорде. Сегодня я хочу поговорить с вами на тему, которая очень сильно меня волнует. Она называется ⁇ Ищите счастье в Господе ⁇ есть одно местописание, которое очень ценно для меня, потому что оно изменило курс моей жизни. Псалом 36 стихии 4 и 5, современный перевод ⁇ Будь счастлив в Господе ⁇ Он исполнит желание сердца твоего. Доверься Богу, верь в него, и он все сделает как надо. Моя близкая подруга прислала мне открытку с этим стихом. Это было давным-давно, когда мы с Дереком еще не были женаты. Я так сильно хотела замуж. Помню, когда мы ездили в отпуск во Францию, то использовали специальные средства, отталкивающие насекомых. Мне кажется, что мое отчаяние в то время отталкивало от меня всех молодых людей. Я была в сильном отчаянии, пока не прочитала этот стих. Будь счастлив в Боге, и Он исполнит желание сердца твоего. Так я поняла, что Господь обязательно исполнит желания моего сердца, а также вложит в мое сердце свои желания. Я открою вам секрет, хотя это уже давно не секрет. Три с половиной года... Я считала Дерека прекрасным молодым человеком. Он был очень сконцентрирован на Слове Божьем и на математике. Мне казалось, что он вообще не замечает меня. Меня воспитывали так, что парню никогда и ни за что нельзя показывать своих чувств. Он должен сделать первый шаг. Поэтому... Я очень старалась, чтобы Дерек ни о чем не узнал. Два с половиной года я проплакала, потому что я была ему совсем неинтересна. Но когда я увидела стих «Будь счастлив в Боге», он исполнит желание сердца твоего. С моего сердца как будто бы упал камень. Я начала искать в Иисусе самого Иисуса, потому что если у вас есть Бог, у вас есть все. Это стало для меня откровением. У меня есть Бог. Больше мне никто не нужен. Мне нужен только Бог. Господь начал менять мое сердце и привел меня к чуду. Я была счастлива, если выйду замуж, и даже если не выйду. Когда Бог дал мне этот мир в мое сердце, Он смог свести нас с Дереком. В нашем случае это было через три месяца, но, пожалуйста, не думайте. Мне нравится этот мужчина, и если я буду искать счастье в Господе, то мы будем вместе. Это совсем не обязательно. Я считаю, что в нашем случае это была Божья рука. Мы долгое время ходили вместе на одно молитвенное служение, и на этих молитвах мы искренне искали Господа. Я верю, что следующие несколько недель... Дух Святой будет нежно вести всех нас в более близкие и интимные отношения с Богом Вселенной, который любит нас больше, чем мы сами любим себя. Часто я говорю Господу, Господь, ты знаешь, что я хочу забыть о себе и сфокусироваться только на тебе забывая о себе и своих нуждах. Итак, будь счастлив в Боге. Он исполнит желание твоего сердца. Так говорит Библия. Любовь, которую Бог имеет ко всем нам, она полностью безусловна. Человеческая любовь, она условна. Возможно, вы слышали это выражение «ты мне, я тебе». Если ты любишь меня так же, как я тебя, это хорошо. А если нет, то это плохо. Мы невероятно ценны. Вы невероятно ценны для Бога. Вы не случайность. Бог запланировал ваше рождение. Он любит вас с тех пор, как вы были крошечной клеточкой у мамы в животе. У него есть план для вашей жизни. Если вы будете искать счастье в Нем, то Он исполнит этот план. Бог верный. Он не может лгать. Невозможно Богу солгать. Именно любовь Бога к нам определяет нашу ценность. Не то, что другие люди думают или говорят о нас, не сплетни, а мысли Бога о нас определяют нашу с вами ценность. Он просто обожает вас. Да, это так. Вы настолько ценны в его глазах, что он послал к вам своего единственного, прекрасного и замечательного сына. Его драгоценный и бесценный сын пришел на землю, чтобы умереть за наши с вами грехи. Мы ничего не могли сделать, чтобы претендовать на небеса. А он взял наказание, которое полагалось нам с вами и понес его в своем теле на крест, чтобы мы могли объединиться с Богом и иметь с Ним прекрасные взаимоотношения. Наш удивительный небесный Отец желает близких отношений с каждым из нас. Но было время, когда я была очень занята разными делами для Господа и забывала о Нем самом. Как жена, которая всегда занята детьми, и стиркой, готовкой, уборкой, у нее нет времени на мужа. Но Господь снова напомнил мне об этих ценных моментах с Ним. Я делаю это по утрам. Я знаю, что говорила, что общаться с Господом можно в любое время, и это действительно так. Но я твердо верю, если Он занимает первое место, в нашем сердце, то мы будем просыпаться пораньше, чтобы уделять ему начало своего дня. А еще Господь сказал мне, каждое утро принимать причастие. Не всем нужно это делать, но Он для меня на первом месте. И я увидела, что делая это, я получаю Его силу на весь день. И потом, в любой момент, я могу сказать, Иисус. Как же я люблю тебя. Ты любовь всей моей жизни. Я не могу и не хочу жить без тебя. Ты все для меня. Для Господа это очень важно. Он очень сильно любит нас. У Бога нет нежеланных детей. Он любит вас с момента вашего зачатия и даже еще раньше. У Бога есть цель для вашей жизни. И ее достижение даст вам невероятное удовлетворение. Но прежде всего ищите своего счастья в нем. Не ищите служения, брака или работы, а в первую очередь ищите его. Как я уже говорила, давайте посвящать ему начало нашего дня. Мне нравится вот этот псалом. Мое сердце услышало, как ты говоришь, «Приди и поговори со мной». И мое сердце отвечает, «Иду, Господь». Синодальный перевод говорит так, Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица Моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Слово искать не означает просматривать все вокруг и не найти. Речь о намеренном и усердном поиске, пока объект не будет найден. Бог хочет, чтобы мы искали Его всем сердцем. Господь говорит, ищите лица Моего. Он не говорит «Ищите мою руку». Вы представляете, что Бог ежедневно получает от людей миллиарды просьб? «Бог, сделай это и то, сделай это и еще вот это». Он не наш посыльный. Он — всемогущий Бог. И мы обязаны Ему абсолютно всем. Поэтому мы должны искренне искать его лица. Я хочу поделиться с вами отрывком из письма одного чешского студента, который учился в библейской школе. Он написал, никто из нас не совершен и никогда не будет в этой жизни, но даже если вы боретесь с чем-то в своей плоти или в своей душе, не отрезайте ваш дух от поклонения Богу. Поклонение Богу ⁇ самое прекрасное, что есть в жизни. Не лишайте Бога того самого, ради чего Иисус страдал и умер, вашей любви, вашего близкого общения и вашей дружбы. И это прекрасно. Мы имеем доступ к самому Богу. Если наше поклонение так важно для Бога, то разве оно не должно быть важным и для нас? Иногда люди приходят в церковь уже после прославления, и мне интересно, насколько Бог важен для них. Потому что прославление ⁇ это часть служения, когда мы даем Богу свое время, а остальное время мы получаем от Него. Зачем нам поклоняться Богу? Затем, что Иисус сказал Самарянской женщине у колодца, с которой никто не хотел говорить, кроме Иисуса, потому что у нее было столько мужчин, но Иисус любил ее. Он очень сильно любил ее. В Евангелии от Иоанна в 4 главе написано, это 23-26 стихи. Иисус сказал, «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе». Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Женщина говорит Ему, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей, «Это Я, Который говорю с тобою». То есть Я и есть Мессия. Мы поклоняемся Богу, потому что Он любящий, верный, и Он продемонстрировал нам всю глубину своей любви, искупив нас на кресте. Бог любит нас, как блудных детей. Мы знаем историю о блудном сыне. На самом деле это история о расточительном сыне. В Африке есть такое выражение «много при много». Сын был расточительным. Да, он был много при много в грехе. Но любовь отца, который постоянно искал своего сына, отец увидел его издалека и побежал к нему навстречу. Он обнял своего сына и заплакал. «Мой сын был потерян, а теперь нашелся». Это пример Божьей любви к нам. Из Библии мы видим, что Бог желает сильно и близко общаться с вами. Бог желает общаться с вами. Давид возвал к Богу, а Бог ответил, «Ищи лица моего». «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи, Ищите счастье в Господе. Когда мы поклоняемся Богу, мы ищем удовлетворение и счастье в Нем. Как-то пастор Дерек учил об идолах в нашей жизни, и я подумала, что это не актуально. У нас же нет идолов, но Бог показал мне, что идолы есть. Все, что более важно, чем Господь Иисус Христос, это идол. В тихом общении с Богом, он начал показывать мне, что это идол, и это идол. Все это — хорошие вещи, но я поставила их на первое место. Но я не могу жить без Него, без Господа. Он для меня важнее воздуха, Он — моя жизнь. Он ваша жизнь. Бог просто невероятен в своей любви к нам. Поскольку Бог жаждет общения с нами, разве это значит, что Он одинок? Никак нет. Как всемогущий Бог, Творец неба и земли и всей Вселенной, который имеет прекрасное общение с Сыном и Святым Духом, может быть одиноким? Он не нуждается в нас, но у Него есть сильное желание общаться с вами. Бог есть любовь, а любовь это Бог. Разве не удивительно, что Бог любит нас так сильно, что просто не может не изливать на нас эту любовь? Но Он не мог этого делать, пока Иисус не забрал наши грехи и понес такое заслуженное нами наказание. Мы были отрезаны от Бога, но Иисус пострадал на кресте, чтобы вернуть нам это общение. У Бога нет никаких нужд, но у него есть очень сильные желания, и Он желает вас. Все мои школьные годы с шести с половиной лет и далее, когда я начала учиться во второй школе, помню, как я приехала туда и услышала слова, которые навсегда остались в моей памяти. Фу, новенькая! Таким было начало моей жизни в той школе. Я считала себя, если не мусором, то почти ничего не стоящим человеком. И когда я сдавала выпускные экзамены, я их удивила. Они думали, что я ни на что не способна. Но Бог любил меня, и Он любит и вас. Пожалуйста, не позволяйте мнению других людей влиять на нас. Вы прекрасны, совершенны, удивительны. И у Бога есть удивительный план на вашу жизнь. И если вы будете искать свое счастье в нем, то будете постепенно раскрывать этот план. Бог не откроет вам сразу весь план. Он будет открывать его шаг за шагом. Например, в том месте, где мы собирались ранее, на сцену вели ступеньки, и проповедник не запрыгивал на сцену, перепрыгивая все ступеньки, а проходил одна за другой. Также и Бог ведет вас шаг за шагом. На этом этапе вам нужно искать свое счастье в нем. Это удивительно, что Он наш прекрасный Творец, всесильный и всемогущий Бог, правитель Вселенной, сфокусировал свою любовь на вас. А также Он сфокусировал всю свою энергию на благословении своих детей. В одной песне поется «Я больше не раб греха, я – дитя царя». Вы – Божье дитя, и вам больше нечего бояться. Он любит вас, защищает и направляет шаг за шагом. Никакие ваши прошлые ошибки не могут помешать вам быть с Ним. Если вы приняли Иисуса как своего Господа и Спасителя, то получили дар прощения через смерть и воскресение нашего Господа Иисуса. И когда вы принимаете причастие, это особенный момент только между вами и Богом. Вы говорите, «Господь, спасибо за все, что Ты сделал для меня. Ты заплатил за меня. Ты мой Бог и мой Господь. Ты моя любовь». В «Спящей красавице» была когда-то песня «Из моих снов я хочу улететь в твои объятия». И мне нравится петь это Господу, из моих снов я лечу в Твои объятия, Господь. Мне нравится лететь к Тебе с самого утра. Я знаю, что с Ним я в безопасности, и Он заботится о моей жизни. Когда мы отдаем Ему первое место в жизни, Он дает нам защиту и безопасность. Он удерживает нас от падения и каждый день творит для нас чудеса. А мы принимаем все это как должное. Недавно у меня было падение. Это случилось лишь по моей вине. Я знала, что не стоит спешить, но спешила. Я бежала и споткнулась. Я упала и ударила руку. Но два месяца спустя я снова не послушалась Господа. Абула не те тапочки и споткнулась на лестнице у нас дома. Я упала на левый бок, и мое левое бедро раскололось надвое. Обо мне очень хорошо позаботились в больнице, и я очень благодарна за это, но Бог был со мной все время. Помню, я вернулась домой. Я могла видеть, дышать и сидеть. Да, еще нужна была помощь пастора Дерека, но каждый новый шаг приводил меня в восторг, я могу ходить. Я могу больше и больше. И сейчас я полностью здорова. Мы каждое утро должны благодарить Бога за еще один день жизни. Исцеление — это дар от Бога. Иисус заплатил за него. Он говорит, «Я предлагаю вам исцеление. Вы примете его?» Мы принимаем это верой и говорим, «Да, я верю» что я была исцелена ранами Иисуса. Я принимаю это в свое тело. А принимая причастие, мы напоминаем себе, что Он скрепил завет своей драгоценной кровью. Конечно же, это должно вызывать в нас желание поклоняться Ему. Это просто невероятно, что мы можем благословлять самого Творца, Всемогущего Бога. Он мог бы просто думать, и нас бы не стало. Но он любит нас очень сильно. Как же это удивительно, что наша любовь, наше поклонение и поиск его лица служит Богу и доставляет ему огромное удовольствие. Он всемогущий, вездесущий и прекрасный. Но он дал нам свободу выбора. Теперь выбор за нами. Мы выбираем поклоняться ему или нет. У нас есть враг, и он нацелен на наше уничтожение. И на то, чтобы помешать нам поклоняться Богу. Поэтому иногда вам будет казаться, что перед вами бетонная стена. Пастор Дерек просыпается очень рано и идет поклоняться Господу. Я спрашиваю его, тебе легко это дается? Он отвечает, вообще-то нет. Моя плоть не хочет этого, но я ее заставляю. Я славлю, славлю. И славлю его, а потом приходит прорыв. Поэтому ободритесь, с вами все в порядке. У вас есть враг, который пытается помешать вам поклоняться Богу. Это невероятная привилегия. Вы не обязаны поклоняться Ему, но у нас есть такая возможность, и это просто прекрасно. А сейчас давайте почитаем книгу Оси, 11 глава, 3-8 стихи. «Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не осознавали, что я врачевал их, «Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль?» Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Бог дал нам выбор — любить или не любить Его. Он настолько открылся нам, что мы даже можем разбить Ему сердце. Наша любовь и поклонение благословляют Бога невероятно и несоизмеримо, и приносят ему огромное удовольствие. Он не сидит и не думает, «О, Господи, это опять она!» Нет. Он не чувствует по отношению к нам скуку или безразличие. Он в восторге от вашего поклонения. Он радуется вашему поклонению. Оно приносит ему радость и благословение. Он в таком восторге, что он начинает изливать на вас свои благословения. Если бы вы действительно знали, чего Бог хочет от вас, это бы как-то повлияло на вас, вы бежали бы, чтобы поклониться Ему, любить Его и искать в Нем свое счастье. Бог Всесильный и Всемогущий доступен нам с вами каждую минуту каждого дня. И это невероятно. Вы знаете, что ни в одной большой организации обычный работник не может прийти к управляющему и сказать ⁇ Мне просто хочется поговорить с вами ⁇ Нет, такого не бывает. Но бывает с Богом. Он все упростил, потому что он любит вас. Я бы хотела, чтобы мы помолились сейчас. Дорогой Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Я ничего не прошу у Тебя, а лишь хочу сказать, как сильно я люблю Тебя. Я хочу проводить с Тобой время, Господь. Ты любовь моей жизни, ты мой удел, ты моя великая награда. Я ценю Тебя больше, чем можно передать словами. Я глубоко благодарна Тебе за любовь ко мне. За то, что Ты послал Иисуса умереть за меня. Отец, Ты все, о чем я мечтаю. Ты все, чего я желаю. Я прихожу к Тебе сегодня, чтобы положить всю мою любовь и всю мою жизнь к Твоим ногам. Я благословляю Тебя, мой драгоценный Отец Небесный. Я поклоняюсь Тебе всем сердцем. Я ищу свое счастье в Тебе. Аминь. Не забывайте произносить эту молитву в начале каждого дня. Смотрите на него и говорите, Бог, как же я люблю тебя. Ты желание моего сердца, ты исполнение всего, о чем я когда-либо мечтала. Я так сильно люблю тебя. Я не хочу ни о чем просить тебя. Я знаю, что могу просить тебя обо всем, и ты не против, но я хочу лишь сидеть у твоих ног смотреть на тебя и любить тебя. Я хочу забыть о себе и думать только о тебе, Господь Иисус, Отец Небесный, Дух Святой. Я люблю вас, обожаю вас и хочу поклоняться вам всей жизнью, всей душой и всем разумом. Мы приглашаем вас на наши воскресные собрания, которые проходят в 11.00 и 18.00 по адресу, который вы видите на экране. Приходите, мы ждем вас.